Здравствуйте, друзья, с вами я, Татьяна, с канала Рукоделие DIY. И сегодня я буду показывать, как я вязала вот под такой вязаный подсвечник основу. Сначала мы его свяжем, а потом дальнейшие действия посмотрите в следующем видео. Итак, сейчас я покажу схему, как я вязала. Брала я вот такую вот веревку, покупала ее в фикс-прайсе, крючок восьмерка, вот, и как вяжем? Значит, первую воздушную петлю и вяжем 6 воздушных петель. Теперь замыкаем. Получили колечко. Теперь вяжем 4 воздушные петли. Делаем накид. И в каждое колечко делаем, провязываем столбик с накидом. После каждого столбика с накидом делаем еще одну воздушную петлю. В третью петлю, которую мы делали 4 подряд, помните, воздушные петли, в третью петлю провязываем и сразу провязываем вот в эту петлю, чтобы у нас не было здесь лишних накидов. Вот мы связали основу нашего подсвечничка. Вот она, видите? Вот она как раз вот такого размера. Дальше у нас идут по подсвечнику просто столбики с накидом и столько же воздушных петель, сколько у нас здесь вот здесь вот есть. То есть мы не увеличиваем, поэтому у нас пойдет вверх. Первым мы провязываем опять 4 петли. 1, 2, 3, 4. Делаем накид. И вот нам надо вот попасть в эту же петлю, которая у нас была. Здесь мы опять соединяем, делаем накид на последнем и соединяем с третьей петлей. И провязываем сразу. Вот видите, что у нас получилось? У нас получается основа и вот так вот бортики. Еще делаем такой же, точно так же, второй ряд. 4 воздушные петли и столбики с накидом провязываем и одну воздушную петлю. Делаем второй ряд, вот как у нас здесь сделано в этом нашем подсвечнике. Раз ряд, два ряд. А что дальше мы будем с ним делать и почему он у нас получился вот такой жесткий, это будет в следующем видео. Ну вот, мы довязали. Вот у нас получился вот такой вот вязаный подсвечник. Он как стаканчик. Дальнейший, когда мы будем делать уже, чтобы он был такой вот жесткий, заходите, смотрите следующее видео и посмотрите, как это будет дальше выглядеть. То есть получается стакан, вот эти вот все лепесточки. Итак, творческих вам успехов, а теперь пока-пока, до встречи на канале в новых видео. Пока-пока.